Петрович! Петрович, принимай гостей! Ну, слава богу, и до нас очередь дошла. Рассмотрели, наконец, нашу просьбу о приватизации. Кузьма, срочно трап! Да не надо, Петрович, не надо трап! Мы на два слова. Зашли бы. Судно старое, никудышнее. Ремонт сделать не на что. А корабль боевой. Мог бы еще поишачить. Глянули бы. Да и так видно. Чтобы его отремонтировать, Петрович, нужно, знаешь, какого спонсора сыскать. Так ищите. Уже нашли. Деньги он дал. Самое. О! Большие? Очень большие. На ремонт хватит? Ну, конечно, хватит. Корабль твой отделаем по высшему классу. На палубу кинем 2-3 кооперативных ларька. В трюме бар, дискотека. Девочки. Девочки. Это на моем-то работяге проститутки? Все, Петрович, забудь. Нет работяги. Теперь твой лайнер называется Сникерс, а? Угу. Чего? Чего? Ну ладно, ладно, Петрович, не дергайся. Не дергайся, оплачено, все вперед. Приватизировано. О! А с нами чего будет? Ну, тебя, Кузьма, поставим на дверях. Билетером, что ли? Ну, зачем билетером? Бери выше. Вышибалой. А тебя, Петрович, назначим метрдотелем. Зарплату будешь получать. На КамАЗе не увезешь. Кузя! Открыть Кингстоны! Еще не все о моем бизнесе. Ой. Не парь меня крутизной, ладно? Че ты, блин, отлично все время? Ну, я тебе ему дам один раз потыкал. Если потыкай, ну, сразу потыкай. Че ты не потыкай тоже? Не парь меня своей крутизной, ладно? Ну, нажрался, веди себя как скотина. Какая крутизна-то, ей-богу. Мы с тобой в школе вместе учились, ты вспомни. Врешь. Брат, да ебу. А, да, прости, брат, я забыл. Прости, я забыл, прости. Братан, ты только посмотри. Это же все мое. Угу. И Кремль твой, да? Кремль, ну, Кремль пока нет. А че же тогда, братан, если Кремль-то нет, а? Слышь, братан, не нарывайся. Согласен. Вот, а то тыква у тебя одна, смотри. А я согласен. Вот, вот так, братан. А вот такого ты еще и не видел. Идем. Пойдем. Вот здесь аккуратно, здесь крышка. Открыть Кингстоны! Ну вот, ты помнишь, я служил в личных войсках? Ну и чё? Ну чё, чё? Ну, я решил повторить подвиг. Генерала Матроскина. Да? А? Какой из четырех?
Понимаешь, я решил купить корабль, на котором служил, понимаешь? О, крутота. Но это еще не все, пошли. Тыкву аккуратней. Ага. Эх, прикинь, братан, вот здесь, на центральной палубе, я устрою боулинг. Да ты чё? Ну ты крутой, круче обрыва. Ты чё, обрыва знаешь? А что? Ладно, не суй. Прикинь, катятся шары, блин. Блин. В сауну. В сауну. А там девочки. Девочки. Да! Стоять! Юнга Петров! Я? Ну-ка, живо в руки лопату и чисти снег на верхней палубе! Есть. Чего? Кто это с тобой? Одноклассник. Смирно стоять! И ему чистить! И чтоб палуба блестела так, что ваши глаза резала! Чтоб так чисто было, чтоб из космоса видно было! Увижу, кто филонит, пеняйте на себя! Ну чё вылупились, пупки? Время пошло! Ты инвентарь-то не ломай, осторожнее! Знаешь что, братишка? Чего? По-моему, ты купил себе геморрой. А что я мог сделать? Если корабль продавался вместе с капитаном. Работайте, работайте! Ай.